И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новой мини-игре «Танки в космосе». И сегодня у нас, можно так сказать, первый день. Миссия, которую нужно было выполнить, это 5000 очков. И я вам могу сказать, что я ее сумел выполнить за буквально чуть меньше часа. Каким образом и как лучше и быстрее набивать подобного рода миссии, сегодня я вам расскажу. Ну и вообще поговорю, пройдусь по непосредственно самому ивенту, можно так сказать, да, «Танки в космосе». Ну и скажу все, что я думаю по этому поводу. Начнем мы с небольших заготовочек, которые я подготовил. Сразу же отправляемся в бой. Это первый бой, который был у меня сегодня. Буквально 15 секунд до конца. Я залетел в тунчики, попал на лучшую карту. Как вы понимаете, уже это штурм, это защита. И это дикая Изида с механиком. Первый бой 1756 очков. Просто за один бой вам надо набить в сумме 5000 очков. 5000 очков в сумме вам надо набить. У меня хоп, первый боечек 1756. Второй бой сразу около тысячоночки, 987. В легенькую набивается. Плюс после этого у меня было где-то две каточки, примерно такие же самые по 1000. И вот уже непосредственно последний бой, который я уже, ну, чуть больше решил охватить, дабы, ну, и рассказать все, как это происходит. Я уже неоднократно записывал видосы с данным вооружением, говорил о том, что это очень имбовая фармовая тема, не только в плане очков, но и в плане фондов кристаллов, да, и для повышения своего икса это идеально крутое вооружение, если вы хотите повысить икс отношение опыта к кристаллам. Если кто понимает, о чем идет речь, то это вооружение максимально жестко себя реализовывает. Ну и тут, как бы, когда у нас появляется миссия, кто не знает, каждый день у нас будет на протяжении 18 дней новые миссии. Сегодня у нас первый день «Танков в космосе» и первая особая супер миссия. Это 5000 очков, которую я сумел, как я уже сказал, пройти меньше, чем за час. Поэтому, если вы еще до сих пор не выполнили или думаете, как ее выполнять, то мой вам совет: берете дикую Изиду, заходите в штурм, за девчик и на изикаточке быстренько-быстренько все это дело фармите. Что касаемо карт, то предпочтение я бы свое бы отдал бы Дюссельдорфу. Это максимально лучшая вообще карта, которая есть в этом режиме. Ну и одни цифры говорят очень о многом, когда ты набиваешь 1750 очков за один бой. То есть это, по сути, треть от того, что тебе нужно. Это бьется за 7 минут. Ну, вы сами понимаете, насколько легко и просто можно все это дело выполнить. Плюс я сделал какие-то минимальные промежутки в времени, да, чуть-чуть отходил там туда-сюда, и на все про все мне понадобилось меньше часа, да. То есть не говорите мне, что это делать сложно, долго и практически невозможно, да. То есть все это сделать очень легко, очень быстро и очень просто. Без особого напряга, без особых проблем на изи-каточке все это дело выполняется. Ну и вот, как вы видите, у меня за это время получилось выполнить задание. И теперь мы переходим к самому интересному. Да, я, как и вы, хотел бы, конечно же, взять и попробовать, да, пройти как бы первый левел, посмотреть для себя, что как работает, насколько это круто, эффективно там, что можно получить по плюшкам каким-то, какие призы можно за это зафармить, да. И хотел бы забрать сами вот эти вот канистры, да, то есть вот эту энергию в виде 7 штук, плюс у меня еще, я не знаю, тут заданки выполнились, не выполнились обычные. Сейчас мы чекнем. Ну и плюс, как бы, ну, грубо говоря, бы все заданки хотел бы забрать и все это скинуть на энергию и прокачать. Но я вижу для себя вот такую вот картину. Сейчас буквально секунда и пыточка номер два. Я вижу для себя вот такую вот картину. У меня с первого раза не получилось, к сожалению, но ладно. Вижу для себя такую картину. Танки в космосе. Я захожу на официальный сайт. Открываю
мероприятие, дабы перейти и увидеть там супер-мега-крутейший ивент. Открываю. Вижу, что? Что у меня ничего не открывается абсолютно, вообще просто никак. Ну как можно делать такие вещи? Как можно относиться к этому адекватно и нормально, если я, выполняя заданочку, да, не добивая там условно все миссии ежедневные, но в общем и целом имею уже 7-10 в сумме энергий. На один шаг мне надо 8, то есть я полноценно хочу зайти, потратить, зафармить по-жесткому. Но сайт у нас, друзья, что? Правильно, не работает. Что касаемо времени, 7 часов вечера. 7 часов вечера, как вы знаете, это пиковые онлайны в игре. Я открываю сайт, я вижу 11 тысяч, 300 тысяч. 11 300 онлайна. Но при этом у нас на первый день супер-мега-крутейшего нового ивента не работает сайт. И сам ивент, ну как бы, в общем и целом, не реализуется никак. Да, это крутой ивент. Это реально то, за что я респектанул вчера и до этого, да. То есть здесь есть как бы замысел, задумка интересная, да. То есть что-то новое, чего у нас не было в игре до этого. У нас есть, наконец-таки, не однообразие какое-то. Но все остается на старом уровне. На старом. Ну, просто на старом. Вот я вчера на стриме вечером сказал, что сегодня 100% сайт не будет работать. Будут баги, будут лаги. И все не будет работать эффективно. Что мы видим? Все мои слова подтвердились. Сайт не работает. Как я должен получать свои призы? Как я должен проходить свои челленджи? Это первый день, и я вот, как тот игрок, который зашел и хочет, чтобы это все дело зашло, пройти, посмотреть, да? Я этого не могу сделать. Я не могу сделать этого. И что у меня в этот момент должно происходить в голове? Ладно, у меня, как человека, который знает, сколько раз такие вещи происходили, эти провалы все, обосрыши в нереально большом количестве. Окей, я все знаю. Но чел, который зашел в танки впервые, там выполнил заданку, зашел, такой, 403-я ошибка. И что я должен делать? Да это шляпа усатая, ухожу с игры. Потому что это, ну, что это за? Что это за ивенты, которые не работают? Как можно сделать ивент, который не работает? Он не работает. Я не должен сидеть сутки и ждать, пока заработает этот сайт. Да, у меня теперь есть энергия. И что я должен с ней сделать? Что я должен сделать с этой энергией, если я ее не могу потратить? Я ее получил, да, очень круто. Очень круто, гениально. А сайт работать будет сегодня? Когда он будет работать? Я не знаю. Вы тоже не знаете. Поэтому, ну, время идет, но все остается на прежнем уровне. Все остается на прежнем уровне. Ничего у нас не меняется. И даже при том, что у нас выходит новый крутейший ивент, и я вам показал, в принципе, возможность выполнения заданки там, ну, буквально там за минут 50-час, да, грубо говоря. В среднем темпе, без особых проблем, все можно выполнить на изи-каточке. Но по итогу-то вы не можете зайти на сайт. Он как не работал у нас до этого, так он не работает сейчас. Хотя в видеоблоге у нас там даже говорили о том, что вы можете даже поставить на паузу, пойти зарегаться. И как бы уже участвовать в этом непосредственном ивенте. Каким образом? Каким образом я должен был ставить на паузу? Окей, я ставил до этого на паузу. Там была табличка «Скоро». Сейчас уже прошло более 2 часов с 403-й ошибкой, которая не меняется ни в какую сторону. И один раз на миллисекундочку у меня она спала, но там я видел ту же самую картиночку со скоро. То есть, ну, я надеюсь, конечно, что это в ближайшее время все пофиксится, но в очередной раз я ловлю себя на мысли, что, ну, ничего не меняется. Ничего абсолютно не меняется в лучшую сторону. И я надеюсь на то, что хотя бы эта энергия, да, то есть, если я ее, например, сейчас возьму, заберу, да, то есть, как я заберу с заданок, она и просто не улетит в никуда. Потому что, зная проекты, зная, как это работает, есть вероятность и шанс того, что оно может просто улететь, пропасть, испариться. И в итоге вы
в общем и целом, как будто ничего и не выполняли, и ничего не получите. А потом там пишите на всякие хелпы, доказывайте там кому-то чего-то, что вы там что-то выполнили. Ну, а у нас просто там сайт лежал, ничего не работало. Поэтому вы не смогли ничего для себя увидеть. В общем и целом, наверное, я изложил свою позицию. Надеюсь, что в дальнейшем, как я уже сказал, все заработает. Исходя из того, какой ивент вообще придумали, да, все, кто не читал, то я думаю, что можете почитать. Есть возможность... Как по мне, неплохо фармануть, но в очередной раз у нас не работает все стабильно, нормально и бодро, как оно должно быть. Ну и извините меня, онлайн 11 тысяч. 11! Не 100, не 200, не 300. 11! 11! Там нет нагрузки. Там ее просто нет, этой нагрузки. У них сервера не держат. Или что у них не держит? Или они сделать не могут. Я не знаю, как это происходит, но это максимально печальная тема. И даже при том раскладе, что у меня с первого раза этот фрагмент не записался, и у меня сгорело в тот раз еще намного жестче, и записывая это второй раз, у меня уже поменьше горит. Но это просто провалище. Поэтому пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу. Возможность... Выполнение быстро я вам дал. Надеюсь, что вы поддержите данный видеоролик лайком, подписочкой на канал. Будем следить дальше. И если вам интересен подобного рода контент, то сегодня, грубо говоря, у нас первый день танков в космосе, ивента непосредственно. И у нас 18 дней продолжительность всего этого ивента. Если вам это интересно, то я буду стараться на протяжении каждого дня по мере возможности, по мере самой заданки заходить, показывать вам, делиться своими как бы лайфхаками, как можно быстро выполнить заданки, как можно быстро все это дело зафармить, ну и потом показывать, как у меня там будет это происходить, да, будет там у меня шаги идти вперед, там, потому что бывает отскок назад, бывает заскок вперед, там планета какая-то открывается, закрывается, приходит, уходит, то есть, ну там, есть довольно интересные движения, но пока у меня... Все интересные движения заканчиваются на 403 ошибке. Поэтому как-то так, как я уже сказал, поддерживайте. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.